Человека делают счастливым три вещи – любовь, интересная работа и возможность путешествовать. Последнее доверьте вашему спутнику Гермес. Компания «Спутник Гермес» каждому известна как надежная, любящая своего клиента, а оттого делающая все, чтобы улучшить качество отдыха. Мы выбрали «Спутник Гермес», потому что мы слышали, что они очень надежная компания. И я думаю, это правда. Все очень дружелюбные, все быстро, все аккуратные. Они сделали все вообще. Наша флотилия увеличилась на один корабль. В этом году у нас новый корабль «Василий Суриков». Это четырехпалубный корабль, классный турист. Преимущество этого корабля – то, что у него осадка небольшая, всего 2,20. Соответственно, во всех сложных местах, во все длительные рейсы, которые мы запланировали до Москвы и Питера, все состоятся. Мы все эти рейсы будем проводить на этом корабле. Речные круизы с компанией «Спутник Гермес» – это надежность, это масса положительных эмоций, это большой выбор маршрутов. В навигации 2015 года компания «Спутник Гермес» предлагает разнообразные маршруты. Можно отправиться в круизы на выходной день, это или до Казани, до Саратова, или отправиться в продолжительные круизы до 22 дней Москва, Ярославль или Санкт-Петербург. Вы почувствуете единение с природой и с людьми, близкими по духу. Каждый день путешествия будет насыщен разнообразной программой. Вам просто некогда будет скучать. После подобного речного круиза вы еще долго будете с теплотой вспоминать о проведенных днях на речном теплоходе. Ни один турист не останется без внимания. Для озорной ребятни на всех теплоходах компании «Спутник Гермес» работают детские аниматоры. Для старшего поколения – мастер-классы. Для влюбленных – романтическая музыка. Для молодежи – дискотеки и спортивные состязания. Отправляясь в путешествие вниз по Волге, у нас есть много зеленых стоянок. На зеленых стоянках можно отдохнуть, покупаться. Также наши аниматоры предлагают вам поучаствовать в различных мероприятиях на берегу замечательной нашей реки Волга. Когда же лучше всего отправиться в круиз, спросите вы. Выбирает каждый сам. Однако помните, навигация 2015 года уже открывается. Поэтому чем раньше задумаетесь о приобретении путевки, тем лучше. Успейте забронировать свой отдых на теплоходе. Для того, чтобы приобрести путевку от нашей компании, вы можете обратиться непосредственно к нам в компанию или самостоятельно забронировать в нашей системе онлайн. На нашем сайте представлены все наши 6 теплоходов. Ваш спутник Гермес всегда дарит интересные предложения к тому или иному празднику. 9 мая – День Победы. Это событие так дорого каждому из нас. Специально к юбилейному году Победы компания «Спутник Гермес» предлагает вам совершить круиз в город-герой Волгоград. У всех любителей своей родины, тех, кто хотят посетить, в этом году у нас огромное количество скидок и иногда ли всяческих поощрительных бонусов для туристов, которые хотят в этом году сходить в Волгоград и увидеть Мамаев курган. Куда отправиться на 9 мая? Конечно, на прогулку по Волге. К празднованию 70-летия Великой Победы компания «Спутник Гермес» подготовила ряд тематических прогулок на теплоходе «Петр Алабин». 8, 9, 10 числа мы приглашаем всех гостей и жителей города на дневные тематические прогулки. Здесь ковалась Победа. Они двухчасовые, два раза в день. Вы сможете отправиться от речного вокзала города Самары. Эта речная прогулка подходит как для взрослых, так и для детей, потому что там будет экскурсионная программа. Молодежь в эти дни мы приглашаем на ночные прогулки, которые начнутся с 9 вечера до 8 утра, тоже тематические, аты-баты с дискотекой на всю ночь. Вас ждет увлекательная речная прогулка, красивые пейзажи вечерней Самары, а кульминацией вечера станет праздничный салют. Вы сможете посмотреть торжественные праздничные залпы самого выгодного ракурса с борта теплохода. Цены же вас приятно удивят. Стоимость тематической дневной прогулки «Здесь ковалась Победа» составляет 800 рублей для взрослого, 700 для детей. Ночная дискотека «Аты-баты» с предоставлением каюты обойдется вам 1500 рублей, а прогулка с салютом ко Дню Победы будет стоить 1000 рублей для взрослого и 800 для ребенка. Праздники не за горами. Торопитесь приобрести свой билет. Каждому позвонившему к нам в ближайшую неделю и назвавшему кодовое слово «Самаргиз» мы предоставляем приятный бонус.
Компания «Спутник Гермес» приглашает всех ребят на увлекательные прогулки с экспериментами на теплоходе «Петр Алабин». Посетители смогут в занимательной игровой форме узнать о различных законах природы, увидеть опыты по физике и химии и провести эксперимент самостоятельно. Познавательную прогулку вам подарит ваш «Спутник Гермес». Для вашего удобства ваш спутник Гермес открыл дополнительные офисы продаж на речном вокзале, где вы сможете приобрести путевки на речной круиз. Федор Достоевский, хирург Разумовский, Валерий Чекалов, Федор Иванович Панферов, Василий Суриков – все эти теплоходы уже готовы принять вас на борту. Если вы никогда не путешествовали на теплоходах, мы с удовольствием вас приглашаем на День открытых дверей, который состоится на наших теплоходах 31 мая. Вы сможете посмотреть, как обустроен корабль, где находятся каюты расположены, чем отличается главная палуба от шлюпочной, в чем секреты питания на наших теплоходах. Спасибо большое, менеджер Гермес, Оксана. Я очень рад, что я могу заказать отпуск с ТС. Помните, все большие путешествия начинаются с маленького шага. Шага в туристическую компанию. Ваш спутник Гермес.